Хочу рассказать про прадеда моей дочери, Ведяева Николая Александровича. Он родился в 1920 году в городе АллатРь в Чувашской ССР. В 1940 году поступил в военно-летное училище. В 1942 был отправлен на переобучение, после чего отправлен на фронт в Первую гвардию Красной Армии ордена Ленина. Воевал на фронтах Среднего Дона. В декабре 1943 года был тяжело ранен и до 1943 года лежал в госпитале, после чего был признан инвалидом второй группы. Имеет медали «За отвагу», медаль «Оборот за Сталинград», медаль «Победы над Германией в Великую Отечественную войну». Умер в 1993 году. Но мы рады, что нам пришлось при жизни пообщаться с ним и встретить много-много праздников Дней Победы.